лет назад на открытии, и меня тогда уже поразила на самом деле претензия. Потому что редко кто делает залы для борьбы тренировочные с такими высокими потолками, все же пытаются сократить расходы строительные, а потом на издержки на содержание. Здесь топить побольше, но сегодня я увидел еще плюс два ковра. То есть некоторые, вы вот сказали, обозвали нас, когда мы там стояли на кале, вы сказали, люди, которые создавали историю. А Махарбек Хасбич, он продолжает эту историю. Продолжает ее не только возможностями тренироваться здесь, кроме сборной команды, еще и ребята тренируются, 320 человек, 6 тренеров на постоянной основе работают с этими детьми, но они уже не дети, юные борцы. И к этим 320 человекам он еще прибавил еще два ковра, два плюсом. Я могу вам сказать, что здесь в очень ненапряженном графике может поместиться 3-4 сборных лучших команд мира. И не будут мешать друг другу. Набор раздевалок, соответственно, ковры, увидите, шведские стеночки, тренерские с полным набором. Поэтому очень хороший, я скажу даже еще одно сложное для меня определение, высокотехнологичный зал. Я вам могу сказать, что зал, где одновременно 6 ковров, у нас в советский период был только в Алуште. Зал, где было 4 ковра, потом добавили до 6, был у нас в Сочи весне у Татулянова Рубена. Зал, где лежит одновременно стационарно 8 ковров, я вижу первый раз. Где лежит одновременно стационарно, это называется у нас обкладные маты, чтобы были зазоры, чтобы ребята не травмировали, если техническое действие проводится от центра к периферии ковра. Такого зала я не видел ни разу.